что они говорили, что в пятницу не ходи в школу, будет мясо. Школа на ножах. Ученики атакуют. В России вторая за неделю резня в классах. Вслед за Пермью – Бурятия. Почему подростки берут в руки оружие? От Великой Америки и до дыр. Год инаугурации Дональда Трампа. Что важнее – огонь и ярость, русские хакеры и угроза допроса или экономический рост и рекордно низкая безработица? Крестик или трусы? Битва флешмобов. Кому рождественские купания вслед за Путиным? Кому танцы в белье в поддержку ульяновских курсантов? Парней, против которых ополчились власти, поддержали даже в Израиле. Как выжить в советских детских домах, когда у тебя нет ни ног, ни рук? Воспитать ребенка и стать известным. Интервью с людьми, чья жизнь – борьба с обществом до сих пор, не готовым принимать инвалидов. Меня зовут Ренат Давлетгильдеев. Это «Настоящее время». В ближайшие 60 минут подведем итоги пятницы. Итак, в России главная тема – очередное нападение на школу. Снова с ножами и пострадавшими. Совет Безопасности России не стал обсуждать инциденты в Перми и Бурятии. Об этом рассказал сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Но заверил, что руководство о них знает. Уже звучат и призывы еще больше оградить детей от якобы вредного влияния интернета в связи с новой трагедией в бурятской школе. В том, что это поможет, уверены, например, депутаты Госдумы от «Единой России», все тот же Дмитрий Песков, кажется, тоже не против. Нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которое в том числе иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом. Сегодня утром в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ 15-летний школьник с топором напал на семиклассников и учительницу русского языка, а после попытался покончить с собой. Полиция его задержала, а одноклассники подростка уверены, что он был не один и долго готовился к атаке. Каких только версий не выдвигали уже. То ли подросток мстит учительнице, то ли он скинхед неонацист, то ли вовсе случившийся результат симпатии школьника к тюремной эстетике АУЕ. Мифы и правду о второй за неделю кровавой трагедии в российских школах собрала Екатерина Бычнева. Так сейчас выглядит кабинет русского языка и литературы в школе номер 5 в пригороде Улан-Удэ. Около половины 10 утра во время урока 7 А сюда бросили коктейль Молотова, после чего девятиклассник Антон Б. ворвался в класс и начал бить топором учительницу и учеников. Удары наносил по спине и голове, одной девочке отрубил палец, после чего подросток ударил себе ножом в грудь и выпрыгнул в окно. В результате его действий ранения причинены 5 ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются. Следственный комитет настаивает на том, что девятиклассник действовал в одиночку. Но ранее правительство Бурятии сообщило о 3 нападавших. Эту же информацию нам подтвердили в Дальневосточно-Сибирской военной правозащите. По данным организации, один из сообщников задержан, второй находится в розыске. Местные жители говорят, что некоторые ученики знали о готовящейся атаке. Эта девочка знала. Заранее информация поступила, что они говорили, что в пятницу не ходи в школу, будет мясо. Совершенно спокойно вообще, как бы ничего такого от них нельзя было ожидать. Все, как бы, вообще никто не ждал, что вообще такое произойдет. Это правда, что сообщения рассылали, что что-то произойдет? Поселок Сосновый Бор, где расположена школа номер 5, соседствует с военной частью. Среди учеников в основном дети военных. Известно, что отчим Антона Б. – майор ВДВ. По одной из версий, мотивом могла быть месть за 2 в четверти, из-за чего девятиклассника не допустили к экзаменам. По другой версии, подросток мог быть причастен к околоуголовной субкультуре АУЕ – арестантский уклад един. Она популярна в регионе. Ее адепты насаждают среди школьников воровские понятия и требуют скидываться в общак. По данным исполнительного директора Дальневосточно-Сибирской военной правозащиты, военный городок терроризируют бывшие зэки, самовольно поселившиеся в заброшенных постройках в центре Соснового Бора. Они там собираются сообществами, это дальше привлекают к своим сообществам подростков, из девочек пытаются сделать проститутов, из мальчиков воров и рецидивистов. У нас есть там даже смотрящий, который там ведет переговоры и который запугивает военнослужащих. И вот этот Антон, по моим данным, он в последнее время к ним примкнул. Иди ограбь там, иди этого побей. То есть они дают им конкретное задание. По факту нападения возбуждено сразу 2 уголовных дела – о покушении на убийство и о халатности. По данным детского омбудсмена по Бурятии Татьяны Вижевич, школа не охранялась сотрудниками ЧОП. На входе сидели лишь вахтерши. Нужно, во-первых, поднять этот вопрос. Президент пусть решает,
Охрана в первую очередь должна быть. С родителей такие деньги здесь берут, как говорится. За все платят. Непонятно за что. Охраны нет. Кроме того, полиция проверяет возможную связь посредством социальных сетей нападений в Улан-Удэ и Перми. Там в понедельник двое подростков с ножами ранили 15 человек. Свое нападение они планировали заранее и вдохновлялись массовым убийством в американской школе Колумбайн. Екатерина Гучнева, «Настоящее время». Пермский Колумбайн, Колумбайн по-бурятски. В своих заголовках российские СМИ сравнивают нападение на школы со знаменитой трагедией в США, ставшей основой для фильма Агаса Ван Сента «Слон», лауреата «Золотой пальмовой ветви Канн», а также оскароносные документалки «Боулинг для колумбины» Майкла Мура. В 99 году два школьника, Эрик Харрис и Дилан Клиборт, убили 13 человек и покончили с собой в школе Колумбайн, это штат Колорадо. Мало кто после этого вспомнил слова матери одного из убийц. «Я не верила, когда мне говорили о его наклонности к жестокости, и думала, что все наладится». То есть она рассчитывала на профессионализм учителей. Известно, что Эрик и Дилан были кумирами, например, парней, устроивших резню в Перми. Сегодня мы спросили у географа из московской школы, автора книг по педагогике Леонида Перлова, могли ли учителя заметить и остановить школьника из поселка Сосновый Бор до нападения. Методик может быть много указаний на этот счет. С этим надо работать, как вот недавно по Пермской трагедии выдало указание. Надо работать с детьми и родителями. Ну надо, что спорить. Вопрос, кто будет работать. Учителя. Сегодня очереди на должность учителя, поверьте, невелики. И те люди, которые в школу приходят работать, просто рядом достаточной квалификации для этой работы не обладают. Более важно это сегодняшняя действующая редакция закона об образовании. И черным по белому написано. Образование есть услуга. Соответственно, работник образования – это работник сферы услуг. Мы перестали учить и воспитывать, мы оказываем услуги. Образование и воспитание. А в системе предоставления услуг, как вы знаете, клиент всегда прав. А тот, кто услугу предоставляет, однозначно не прав, если он с клиентом не согласен. То есть учитель воспринимается как работник сферы услуг, да еще и не весьма высокооплачиваемый. И абсолютно неуважаемый. Российские силовики в унисон с депутатами сегодня в очередной раз назвали одной из причин школьных нападений интернет. Роскомнадзор уже начал блокировать группы ВКонтакте, где, по мнению ведомства, есть информация, способная побудить подростков к насилию в школах. Всего таких групп в ведомстве пока нашли 3. В МВД пошли дальше и предположили, что между нападениями в школах в Перми и в Бурятии даже есть некая взаимосвязь. И уже отрабатывают такую версию. Могут ли соцсети стать триггером насилия? Почему в России чуть что сразу виноват интернет? Об этом мы спросили доктора педагогических наук, директора Института неформального образования Диму Зицера. Конечно, интернет является частью нашей жизни довольно серьезной. Но в этом смысле прямой зависимости нет, конечно. Конечно, нет. Все равно, что сказать, что от того, что люди читали книги, там, я не знаю, 200 лет назад, да, сказать, они шли, кого-то убивали и так далее. Есть ли влияние? Конечно, да, но влияние активное. Если я ищу, мы взаимообогащаемся, так сказать, с какой-то информацией, взаимодействуем и так далее. Напрямую, я думаю, что это, в общем, это желание просто объяснить что-то непонятное, очень неприятное, опасное и так далее. Ну, невозможно, естественно, оправдывать преступление, речь идет не об этом. Но, тем не менее, понять корень вот этого всего, я думаю, что это возможно. Что происходит, когда молодой человек идет и берется за топор? Если речь не идет о психическом расстройстве, например, да, это значит, что ему не к кому обратиться. Значит, он не может пойти к папе или к маме, правда? Это значит, он не может пойти к какому-то взрослому. У него нет, ну, извините, ухо, которое его услышит. Потому что это, в общем, конечно, полный кошмар и полный ужас. Люди не ведут себя так, когда им хорошо. Люди ведут себя так, когда им ужасно совершенно. Так что в этом смысле речь идет, конечно, о разрыве между миром детским и миром взрослых.
К другим темам перейдем. Печеньки Госдепа, оранжевая угроза и дестабилизация обстановки в России. Москва вернулась к риторике времен Обамы и обвинила Белый дом в финансировании оппозиции в стране. В посольстве США уже поспешили назвать эти слова абсолютно несоответствующими действительности и непродуктивными. Обвинение в помощи несогласным стало ответом Москвы на публикацию американского издания BuzzFeed о подозрительных транзакциях российского посольства в Вашингтоне в рамках дела о предполагаемом вмешательстве Кремля в американские выборы. BuzzFeed писал, например, что бывший российский посол в США Сергей Кисляк спустя 10 дней после завершения голосования получил на свой счет 120 тысяч долларов. И на фоне таких новостей Дональд Трамп готовится отметить свой первый год в Белом доме. За это время Трампу пришлось столкнуться с серьезными внутриполитическими проблемами, несколькими международными кризисами и целым ворохом самых разных скандалов. Итоги первого года президентства в нашей справке. Приняв присягу, 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о смене приоритетов во внешней политике страны. Начиная с сегодняшнего дня, на первом месте будет только Америка. Только Америка. America first. Трамп сразу же принялся реализовывать этот принцип. Он вышел из Парижского соглашения об изменении климата, а также из торгового соглашения о транстихоокеанском партнерстве, которое, по его мнению, невыгодно для США. При этом во время первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки в Гамбурге Трамп выбрал примирительный тон. Мы ожидаем чрезвычайно позитивного будущего для России и для США. Надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат. Однако Трамп не стал отменять антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году. Кроме того, его администрация разрешила продавать Украине летальное вооружение. Первый год Трампа в Белом доме сопровождался многочисленными расследованиями возможного вмешательства России в выборы американского президента. Россия вмешивалась в наши выборы 2016 года. Она действовала целенаправленно, используя изощренные технические средства. Не было никакого сговора между предвыборным штабом Трампа или самим Трампом и русскими. Сговора не было. Еще одна острая ситуация во внешней политике была связана с Северной Кореей. Запуск Пхеньяном баллистических ракет и испытание своей самой мощной ядерной бомбы привели к росту напряженности. Трамп обменялся оскорбительными замечаниями с корейским лидером Ким Чен Ыном, назвав его в Твиттере «маленьким ракетчиком». Нашлись у Трампа грозные слова и в адрес Ирана. Он пообещал выйти из ядерной сделки, которую Тегеран подписал в 2015 году совместно с мировыми лидерами, что позволило ослабить санкции в обмен на ограничение ядерной программы. С первым зарубежным президентским визитом Трамп приехал в Саудовскую Аравию и призвал мусульманский мир искоренить экстремизм. Однако многие недовольны Трампом. Во-первых, он попытался запретить въезд США жителям некоторых мусульманских стран, а кроме того, признал Иерусалим столицей Израиля. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал сократить военное присутствие США за рубежом, однако уже в апреле решился на применение силы. Он приказал нанести ракетный удар по одной из сирийских авиабаз из-за подозрений в применении Башаром Асадом химического оружия, а кроме того, осудил поддержку его режима со стороны России. Асад применил нервно-паралитический газ, в результате чего погибли беззащитные мужчины, женщины и дети. Войска США сбросили мощнейшую бомбу на укрепление боевиков Исламского государства в Афганистане. Трамп продолжил войну, начатую его предшественниками 16 лет назад, и дополнительно послал в Афганистан 3000 военных для борьбы с повстанческими группировками. При этом он заверил в поддержке НАТО, хотя до этого утверждал, что этот военный альянс устарел. Первые 12 месяцев Дональда Трампа в Белом доме оказались весьма бурными, и сейчас как союзники, так и противники готовятся ко второму году его президентства. Каким стал первый год Дональда Трампа в овальном кабинете? Чувствует ли себя Америка great again? Об этом я поговорил с Михаилом Таратутой, журналистом, телеведущим, вместе с которым в 90-е вся Россия узнавала США с новой стороны, свободной от языка колонок газеты «Правда». —
Итак, багаж, с которым Дональд Трамп подошел к годовщине, первой годовщине своей инаугурации, это как минимум скандальная книга «Пламя и ярость», это расследование спецпрокурора Мюллера, в рамках которого Трампа даже могут теоретически вызвать на допрос. В общем, ничего хорошего. Как вам кажется, этот год — это провал президентства Трампа или все-таки есть еще какие-то надежды на то, что он хотя бы досидит до конца срока? Вы знаете, Трамп ведь очень противоречивая фигура. И то, что думают о нем демократы, совсем не обязательно и даже абсолютно точно не соответствует тому, что говорят о нем республиканцы и, в первую очередь, его избиратели. Я думаю, что да, у него были большие провалы. И, кстати говоря, я считаю его самым большим провалом его президентства, это то, что он практически ничего не сделал для того, чтобы объединить страну. Страна переживает тяжелейший раскол. И его неосторожные заявления еще более усугубили. И это, конечно, самый большой провал, что страна остается такой же, даже еще более расколотой, чем это было год назад. Но у него и есть достижения неоспоримые. Во-первых, это экономика. Что бы там ни говорили противники его, что все это наследство Обамы, что Трамп ничего не сделал, это, во-первых, это не так. Доу Джонс показывает рекордный результат, 30%. Почему? Да, на ожиданиях. Экономика растет на ожиданиях. В первую очередь, ожиданиях, во-первых, итогов реформы, налоговой реформы, которую ему удалось пробить через Конгресс. И не случайно ВВП за этот год вырос, подскочил на 1%, просто рывком, в то время как весь 2016 год беспомощно крутился вокруг 2%, 16-й год правления последней Обамы. Безработица рекордная за 17 лет 4%, чего 17 лет не было. Ну и так далее. Индекс уверенности потребителей, индекс уверенности бизнеса. Все находятся на рекордных абсолютно высотах. Год назад один из рупоров российской пропаганды, Маргарита Симоньян, едва ли не была готова вешать флаг США из окна своей машины в честь победы Трампа. Сейчас, спустя год, вот эта истерия прошла. Какие мысли у Кремля, у российских пропагандистских ресурсов, как вам кажется, насчет американской внешней политики? Ждал ли Кремль именно вот такого исхода? Безусловно, в Москве, и, кстати говоря, не только в Кремле, но и, в общем-то, в народе, я бы даже сказал, действительно были довольно радужные планы, радужные надежды, я бы сказал бы, точнее, с победой Трампа. Очень многим казалось, что ситуация должна измениться, что отношения станут лучше. И, конечно, вопрос был еще для многих и о санкциях, безусловно. Была надежда на то, что санкции могут или хотя бы смягчиться, а то, может быть, и вообще сойти на нет. И парадокс ситуации, конечно, состоял в том, что чем больше Трамп комплиментарных вещей говорил о Путине, а тот ему тем же отвечал, чем больше Трамп говорил о том, как было бы неплохо наладить отношения между Америкой и Россией, и, кстати, я тоже думаю, что это было бы совсем неплохо, тем хуже становились эти отношения, тем более ужесточались санкции. И все-таки, и вообще все закончилось тем, что вопреки Конституции, я бы даже сказал, американской, Конгресс отнял у Трампа его прерогативу частично внешней политики. Во всяком случае, на русском тренде. Здесь уже Трамп ничего не может сделать. Главный хайп недели – Satisfaction Gate или Satisfaction Challenge. В поддержку ульяновских курсантов, снявших YouTube-хит января «Полуголый танец в фуражках» под песню Satisfaction, уже сняты десятки роликов пародии. И, судя по всему, это только начало интернет-бунта против чиновничьей косности и отсутствия чувства юмора. В клипах с танцем а-ля «Ульяновский кадет» уже снялись студенты сельхозтехникума, будущие медики, строители, молодые люди в футболках с надписью МЧС, врачи, моряки, суворовцы и даже байкальские нерпы.
К этому моменту петиция на сайте Change.org с требованием не наказывать молодых людей из Ульяновского авиационного института собрала уже более 43 тысяч подписей. А вот с чего все начиналось. Студенты, будущие летчики в трусах, фуражках и подтяжках, по сути, повторили видео, снятое пару лет назад британскими военными. Тоже вирусное и тоже пародию на клип Бенни Бенасси с поеданием бананов и эротическими танцами. Наказать, покарать, отчислить. Тут же на ребят накинулось руководство вуза. Там заявили, что курсанты насмехаются над святым – фуражкой. Проверку действий студентов, дальше внимание, на соответствие воздушному законодательству, начала транспортная прокуратура. Власти Ульяновской области создали специальную межведомственную комиссию для расследования ситуации. Росавиация выпустила целое заявление по поводу танца, изобилующее фразами вроде «возмутительные съемки и оскорбления всем работникам гражданской авиации». Парням назначили врачебную экспертизу. В связи со скандалом вспомнили историю голого принца Гарри, тоже, кстати, офицера, причем кадрового. Когда он проиграл в бильярдное раздевание и его обнаженный снимок попал в таблоиды, коллеги-военнослужащие Гарри по всему Соединенному Королевству принялись выкладывать в сеть свои голые фото со словами «Гарри, не переживай». Руководство Ульяновского вуза заняться бытом института, где 4 курсанта за последние несколько лет покончили с собой, а властям региона экономикой области, которая балансирует на грани дотационной, советуют блогеры, причем даже весьма провластные. Просто пиариться, например, на экономических победах в Ульяновской области трудновато. Посмотрите на досуге, какое место в рейтинге уровня жизни в России она занимает. Заниматься проблемами Росавиации, пилотов, диспетчеров, банкротств авиакомпаний – тоже тяжелый труд. А наброситься всей чиновничьей стаи на дурачащуюся молодежь – это самое то. Все проблемы же от парня, который банан на видео лижет. Одна деталь про губернатора Ульяновской области. Сергей Морозов руководит регионом с 2004-го. Он один из последних таких политических долгожителей. А до этого Морозов служил в органах внутренних дел и был отстранен от должности главы УВД 2-го по численности города региона Дмитровграда после того, как его подчиненные избили до смерти подозреваемого, тоже студента, оказавшегося в итоге невиновным. Но этот факт ни в Ульяновской области, ни в Росавиации никого не оскорбляет. На неделе дневные шоу на центральных телеканалах почти ничего не говорили о двух случаях поножовщины в школах, зато целиком посвятили свои выпуски разбору морального облика курсантов. Правда, рассказать о том, что из себя представляет сам Ульяновский институт гражданской авиации, в котором и разразился скандал, переросший в бунт молодости, забыли. Сделает это за них мой коллега Антон Захаров. Сценки с переодеваниями, розыгрыши или просто драки под веселую музыку. В Ульяновском институте гражданской авиации даже преподаватели не прочь подурачиться. Были. Первый курс. Подъем! Все это в старейшем в России летном училище считалось частью внеучебного досуга. Курсанты снимают видеопародии на музыкальные клипы и ролики на острые темы. Правда, с последним видео будущие летчики, кажется, перешли черту. Несомненно, это является большим оскорблением и Ульяновской области, и ветеранов. Ульяновский институт гражданской авиации является старейшим в России учебным заведением по подготовке летного состава для гражданской авиации. Пилотов, диспетчеров, бортинженеров и спасателей. Вуз престижный, стоимость обучения соответствующая. Согласно открытым данным, больше 120 тысяч рублей в год. Сумма для большинства регионов России более чем серьезная. Вот и критика на форумах обычно касается денежного вопроса и засилия в вузе так называемых мажоров. Долго учиться, сложно трудоустроиться, преподаватели старые. Контингент самый что ни на есть разный, от обычных умников до блатных, их там 80%. Шанс поступить рядовому школьнику со средними знаниями и небогатыми родителями – 1 к 100. Шанс трудоустройства – 1 на 500. Ваше лучшее училище гражданской авиации не выполняет программу летной подготовки пилотов и отправляет курсантов в отпуска, когда должна быть летная работа. Да с такими горе-пилотами страшно летать. Интересно, а они сами как? В ленты новостей в последние годы у ИГА все чаще попадает по трагическим поводам. С 2014 по 2017 год целая серия не то суицидов, не то несчастных случаев при странных обстоятельствах. В феврале 2014 второкурсник сбросил
сбросился с высотки. Через год 20-летний курсант выпал из окна общежития. В декабре 15-го обезглавленное тело курсанта нашли на ЖД-путях. Родители были уверены, что их сына убили и выбросили на рельсы, чтобы сымитировать суицид. Через год, в ноябре 16-го, еще один смертельный прыжок студента из окна 9-го этажа. 23 января 2017 года курсант 3-го курса выпал с 14-го этажа высотки. Комментируя порталу 73online.ru, ректор Сергей Краснов даже скрывать не стал. Проблемы у вуза есть. Дети богатых родителей, вырвавшиеся на свободу, пускаются во все тяжкие. Приезжают эти ребята в другой город, вырываются из-под опеки во взрослую жизнь. А родители, стремясь их поддержать, высылают им большие суммы денег. Зачем вы им на карту по 30 тысяч рублей переводите в месяц? В училище они накормлены, напоены. Отправляйте им на шоколадки. Больше не нужно. Впрочем, есть и другое мнение. Съемка шуточных роликов для кадетов едва ли не единственный способ расслабиться в условиях по-военному строгой дисциплины и повышенных нагрузок. Танец ульяновских кадетов показался российским чиновникам неуместным и не смешным. Так же, как шутка футболиста «Спартака» про одноклубников из Бразилии. Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Георгий Джеки, игрок, снявший это видео, накануне был приглашен на заседание Комитета Российского футбольного союза по этике, на котором на полном серьезе будут рассматривать его твит о шоколадках. Забавными не казались общественности и властям ни тверк в исполнении пчелок, ни ловля покемонов в храме Русланом Соколовским, ни пародия на Рамзана Кадырова, которую выложил в сеть блогер Данила Поперечный. И какие же подарки ты хочешь? Ну, я не знаю, можно такие, но, как говорится, лучше деньгами. Ну что ж, добро пожаловать в ООО. Новый год. Помощник по добрым делам. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал автора этой пародии, я цитирую, «ослом-недоумком». Если такие шутки властимущим в России не нравятся, то над чем же они смеются? Что кажется смешным людям, которые принимают решения в России? Мы зажмурились, но нырнули ради вас в эти бездны юмора. Российский президент очень любит рассказывать анекдоты. Это случается во время важных совещаний и общения с журналистами и народом. Вот одна из последних шуток от Владимира Путина про мальчика, который променял кортик на часы. Часы хорошие, молодец. А знаешь, вот завтра придут нам бандиты и грабители. Меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: «Добрый вечер, московское время, 12 часов 30 минут». А вот над какими шутками смеется сам Владимир Путин. Ой, ну вы прям такая знаменитая, вам же, наверное, и мечтать не о чем. Да не, есть у меня мечта. Хочу татуировку Сталина свести. Зачем? Я взрослею, он все больше улыбается. Владимир Путин несколько раз приходил на КВН посмеяться безопасно и от души. Все шутки здесь тщательно фильтруются редакторами. Но бывает и упущение. Танец Дмитрия Медведева юмористическую цензуру не прошел и в эфир не попал. По одной из версий, сам герой номера шутку не понял. С Владимиром Путиным таких проколов стараются не допускать. Как и с Рамзаном Кадыровым. Генеральный прогон пародии на себя глава Чечни перед премьерой на сцене оценивал дома лично. Вы его здесь должны сидеть, он там должен стоять, да? И хочу, ну, по тумбе, ну, да, вот так. Прям, как Еще один тонкий ценитель юмора – Владимир Жириновский. Вот маленький анекдот. Барак Обама говорит, у него три кнопки – желтая, зеленая, красная. Зеленая – нажал, Европы нет, желтая – нажал, Китая нет, красная – нажал, России нет. А Мелькель говорит: а вот у моей бабушки было три унитаза – золотой, серебряный и фаянсовый. Но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!
Ну, к счастью, есть и другая Россия. В эти выходные на нашем канале выйдет новая серия документального проекта «Человек на карте». На сей раз это будет история водителя школьного автобуса из глухого села в Курганской области. А на сайте «Настоящего времени» уже сейчас смотрите фильм этого проекта о невероятной девушке из Челябинска. Ее зовут Галина Лобова, ей 28 лет. У нее нет ни рук, ни ног. И полжизни она провела в специнтернате, из которого чудом выбралась. И все-таки нашла своих родителей, с которыми ее разлучили еще младенцем. Диагноз у меня, ну, если так выражаться русским языком, скажем так, не медицинским, то просто аномалия верхних и нижних конечностей. Родителям сказали то, что я не буду долго жить. Вот, ну, это был 89-й далекий год. И в то время, скажем так, многие врачи заставляли даже, скажем так, родителей, чтобы они оставляли своих детей на попечение государства, что как бы они там не справятся. Ну и все, и родители написали отказную. Потом меня отправили в Воронежский дом ребенка. Там я пробыла до 5 лет, наверное, где-то. Вот. Ну, как по рассказам даже мама, она говорила, то, что она там пару раз приходила. И в очередной раз, когда она пришла, ну, ей просто сказали, вроде, то, что как бы я умерла. Галина Лобова из Челябинска с нами на связи, а также Рубен Давид Гонсалес Гальего, писатель, журналист из Тель-Авива. Спасибо, что вы нашли время и вышли в наш эфир. Рубен и Галина, у вас на самом деле очень похожие судьбы. Вы оба прошли через систему советских, российских, если мы говорим о Галине, детских домов, а вашим родителям. Сказали, что вас нет в живых, но тем не менее, вот вы у нас сейчас в 2018 году в эфире. А, по сути, да, Рубен, насколько я понимаю, вы прошли через эту молотилку в 70-е, Галина, в 90-е, но за эти 20 лет, которые прошли между вашими историями, и за 20 лет, которые прошли уже с тех пор, видимо, ничего не поменялось. Как вам кажется, почему и вообще как можно эту систему сломить, чтобы она была более, куда, хотя бы немного более человечной? Давайте с Рубена начнем. Что изменилось за эти 20 лет? То, что я вижу, это взгляд иммигранта, но он может в чем-то быть истиной. Распустили систему преподавателей. Рубен Давид Гонсалес Гальего, писатель-журналист. Родился в 1968 году в Кремлевской больнице в Москве. Мама Аурора Гальего – дочь генсека Коммунистической партии Испании. С рождения парализован. Официальный диагноз – детский церебральный паралич, мышечная дистрофия. У Рубена двигаются только 2 пальца правой руки. В 1,5 года маме сказали, что мальчик умер. На самом деле его отправили в детский дом для инвалидов, где он провел все детство. В 2001-м встретился с мамой, после чего покинул Россию, жил в Чехии, Германии, США, сейчас в Израиле. Писал для российских и международных газет и журналов. Лауреат премии «Букер» за лучший роман на русском языке за книгу «Белое на черном» о своей жизни в детском доме. Был несколько раз женат, имеет 3 дочерей от разных браков. То есть те преподаватели, которые работали 20-30 лет, и от которых была самая большая польза, их разогнали. А преподаватель, который не знает, как работать с инвалидами, просто технически не имеет опыта, он ничего не может хорошего сделать. Не потому, что он плохой человек, он просто не обучен. Вот. А что еще изменилось? Изменилось отношение. Я считаю, что отношение к инвалидам прекрасное по сравнению с моим временем. Мое детство прошло, как меня не обижали, как вот я прочитала, к сожалению, про Рубен, то, что там тоже вот жестоко, может быть, как-то где-то кто-то относился. Может быть, просто у меня еще такой склад характера, то, что я сама себя не дам ни за что в обиду, и сама кого захочешь, обижу, скажем так, то, что могу дать сдачи. 4, 5, 6. Надо вставать. Мокрая рубашка и обожженное кипятком плечо – ерунда. Могло быть и хуже. Все могло быть. Могли навалиться ночью, накрыть покрывалом и бить. Просто так, потому что новенький, чтобы знал свое место. Или броситься на тебя всем скопом, в открытую. Это всегда лучше, когда в открытую. Впрочем, еще не вечер. Ночь наступит, будут бить. Вот. Ну, из-за слабых мы тоже всегда защищались. Воспитателям мы не давали, чтобы обижали детей.
На самом деле, а если возвращаться немного к теме отношения, что ли, да, вот как вам кажется, почему родителям не выдают детей с особенностями развития? Почему общество и по-прежнему, что ли, какие-то стены выстраивает, да? Почему мамам, папам говорят, что дети умерли? Ну, потому что он больной, а родители, ну, скажем так, не знают, что делать им. И в какой-то степени я понимаю своих родителей, я на них вообще зла не держу. В 2005 я закончила школу, и потом мне просто стало интересно уже на самом деле, есть ли у меня родители. Вот. Ну и подошла к нашим социальным работникам в детском доме, написали письмо родителям, написали то, что вот как бы у вас дочь, помните ли вы там, да, как, что она такая же, ну как бы она инвалид, у нее ничего там не выросло, ну конечно, глупости. Вот. Ну и все, и родители, мама ответила. Ну, обиды точно нет никакой на них, я их как бы все понимаю, вот то, что, ну, Так получилось, да, правильно скажем. И я ни о чем не жалею, то, что я была в детском доме, да, как бы. Главное, что сейчас все хорошо. У нас общение очень хорошее. Мы к ним ездим. Они вот сюда приезжали к нам на рождение Валеры. Машину вот подарили нам тоже с рождением. Как бы я им даже благодарна. Ну, значит, так надо было. Значит, наверное, судьба такая у меня. Почему государство пытается решать за семьи, решать за родителей, за детей? Во-первых, давайте скажем так, это не государство решает. Это решает конкретно начальник конкретного медицинского учреждения. И у меня, и у Галины, как мы видим, были хорошие учителя. Слава Богу, я об этом только и беспокоился, что не разогнали кадры, остальное все мелочи. А то, что врачи отговаривают, они хотят облегчить жизнь молодым матерям. Они хотят хорошего, поверьте мне. Одно из первых воспоминаний детства – подслушанный разговор взрослых. Ты говоришь, что он умный, но он же ходить не может. С тех пор ничего не изменилось. Всю мою жизнь о моей инвалидности говорили как о возможности или невозможности производить механические действия. Ходить, есть, пить, пользоваться туалетом. Не можешь ходить – ты дебил. Это идет сквозь, это идет насквозь всех систем, всех стран мира. Земной шарик я немножко знаю. Ну, все страны. Ну, в Антарктиде, наверное, таких проблем не существует. Но в основном врач действительно пытается облегчить жизнь молодой мамы или жизнь здорового человека. У вас есть дети, и у вас, и у Галины. Насколько вообще тяжело было решиться на это? И насколько тяжело завести детей? Я всегда любила детей, вне зависимости от того, что как у нас тоже такие стереотипы, то, что если ты сам детдомовец, то, возможно, у тебя там не будет никогда детей, либо ты их просто там не будешь любить так, как тебя недолюбили, да, скажем так, в детстве. Просто во всех детских домах. Я маленький мальчик, ночь, зима, мне надо в туалет. Звать нянечку бесполезно, выход один – ползти в туалет. Для начала нужно слезть с кровати. Способ есть, я его сам придумал. Просто подползаю к краю кровати и переворачиваюсь на спину, опрокидывая свое тело на пол. Удар, боль. Подползаю к двери в коридор, толкаю ее головой и выползаю наружу из относительно теплой комнаты в холод и темноту. Вот, ну, потом после, как я закончила школу, вот, ну, после колледжа встретились, ну, как бы со своим мужем, с которым я сейчас до сих пор живу, мы с ним с одного детского дома, просто в детском доме были, скажем так, просто дружба. А уже после детского дома и колледжа уже появилась там более это тесно начали общаться, и все, и он как-то тоже сразу захотел ребенка. Мечта, наверное, о том, чтобы его потом никак не задевали, наверное, да, и думаешь, как он себя будет вести, когда начну там тыкать или еще что-то, говорить, что у тебя там мама инвалид или еще что-то. Надо как-то воспитывать Валеру так, чтобы он был для этих слов, наверное, более сдержанным, да, чтобы сильно так не реагировал. С другой стороны, чтобы тоже за себя постоять смог. Вроде хотела, чтобы он плавал, например,
Ну, чтобы он все равно более спортивный был, да, там плечи там широкие, вот все. А с другой стороны, в какую-нибудь такую секцию по борьбе, да, что-то, чтобы он, опять же говорю, смог за себя постоять, да. Вот, ну, например, в бокс, в такое не хочу, потому что там и лицо могут, или еще что-то, да, как бы я хочу, чтобы наш мальчик оставался всегда таким же красивым, а не с разбитым носом. И слава богу, то, что у нас все вышло, скажем так, то, что нам не пришлось там не мучиться, да, там не путем эко, там и все остальное, а то, что все само. Как бы, естественно, я этого боялась, то, что я не смогу вообще иметь детей. Я восхищаюсь Галиной, она молодец, большая умница, потому что она смогла, невзирая на все добрые советы, добрые в кавычках, пройти сквозь это и иметь детей. Это очень тяжело для детдомовцев, и давайте подчеркнем, Галина – женщина. Для мужчины все гораздо проще. У мамы сели бабайки. Бабайки? Что? Бабайки сели, одну ногу у мамы. Ногу бабайки съели. Бабайки съели. Да. Мама, она похожа, как я. Как я решался делать, ну, в смысле, иметь детей, когда я жил в России. Молодой, дурной, ну, женщина хочет ребенка. Почему бы нет? Я хороший педагог. Вот. А я должен на этом месте сказать, поймите, у меня ребенок инвалид. Глубокий инвалид, дочка София, она аутист, и ради Софии, вот этой моей любимой девочки, маленькой, которую никто не защитит, кроме папы, мы покинули Америку и поехали в Израиль, потому что это был единственный выход. Это была единственная лучик надежды на то, что София вообще увидит мир, увидит нас. Да. Одних у нас вот здесь. Если туда перенос будет одних. А что в роднике у вас? Аттракционы. Аттракционы? Да. А какие ты любишь больше всего аттракционы? Расскажи мне. Вертолет, бабук. Для меня ключевым моментом стало, когда София зашла в комнату, ко мне, да? И она сказала «Шалом, Аба». Это значит «Здравствуй, папа». Вот это вот «Шалом, Аба» будет... Это самое радостное, что произошло за почти 50 лет моей жизни. И это «Шалом, Аба» будет меня сопровождать, как, знаете, такое яркое, красивое, доброе впечатление. Рубен, вы в самых разных странах прожили, насколько я понимаю, вы в 2001 году, да, уехали из России, сперва в Прагу, вы жили и в Европе, и в США, сейчас же вы живете в Израиле. Насколько большим шоком, или, может быть, не шоком, для вас было увидеть, как это бывает в мире? Как инвалиды могут существовать в нероссийских реалиях, и вы бы советовали уехать, например, Галине, попробовать пожить за пределами страны? Это вопрос сложный, насколько я не просто жил во многих странах, да, в тех странах, где я не жил, мне посчастливилось, да, как известно, писать и беседовать с всяким, ну, как сказать, напрямую с министрами, с какими-то организациями, с руководителями проектов, связанных с инвалидностью. То есть я видел больше, чем, может быть, человек, который живет в этой стране постоянно. Что касается Галины, все в ее руках. Я не знаю ее прав на иммиграцию. Если бы у Галины был шанс уехать, я бы ей советовал, конечно, уехать. Ну, мне очень бы, конечно, хотелось, потому что, как они рассказывают, ну, по крайней мере, мне самое главное — это доступная среда, понимаете? К сожалению, у нас в России с доступной средой, ну, на самом деле, сейчас большие проблемы. Очень бы хотелось и очень надеемся, что хоть одно место мы найдем свободное на, ну, для инвалидов. Повезло вам, что место есть?
Ой, да, это очень крупно повезло. Вот. Мы счастливы, что, в принципе, близко к выходу это все есть. Смог, нет, пройти? Я могу. Не упал? Ну, конечно, это все не то. Вот. Ну, по сравнению вот с тем же самым, не знаю, может быть, какие-то мы отдельные ролики смотрели там в США, то, что вот в Германии, я помню, просто когда мы были у нас в Санкт-Петербурге, приезжали туристы из Германии, там вот гид их был русскоязычный, она просто рассказывала, как вот у них дают образование инвалидам. Ну, на самом деле, нам остается только завидовать чуть-чуть, да, то, что у нас такого, к сожалению, нет в России. Вот, то, что приходится все самому. Какие у них там все равно пособия, то, что, ну, об этом не будем говорить, скажем так, это грустно, это грустная история. У меня не было выбора уезжать или не уезжать. То есть это понятно. Для меня это был вопрос жизни и смерти. И еще я должен сказать, обязательно должен сказать, что я-то приехал умирать. Я приехал, чтобы вылечить Софию, а сам-то приехал умирать, знаете, красиво, романтично, море, ветер, пустыня, сказка, Аладдин. Вот я приехал умирать в эту точку. И хирург еврейский вот такой здесь сделал невозможное, и я практически с точки зрения всяких, знаете, проблем моего организма, я практически здоров. Вот я, вы не смейтесь над этим, я, конечно, перемещаюсь с помощью инвалидной коляски, у меня задействованы в моей жизни два пальца, можно и так сказать, да? И тем не менее, я здоров, я могу пить то, что вы пьете, есть то, что вы едите. Галина, Рубен, я очень вам благодарен за то, что вы нашли время, чтобы выйти к нам в эфир. Конечно, мы восхищаемся вашим мужеством, сил вам, счастья и полноценной жизни. Спасибо большое. Спасибо. Галина Лобова из Челябинска, Рубен Давид Гонсалес-Гальего из Тель-Авива были с нами на прямой связи. Спасибо большое. Ну а завтра вечером на канале «Настоящее время» смотрите большое интервью с доктором исторических наук, профессором РГГУ Натальей Басовской о византийском деспотизме в современной России, мифе о порядке и бесконечном Сталине в сознании и о многом другом. А прямо сейчас фрагмент этого разговора. Со времен Ивана Грозного византийская деспотия, византийский деспотизм стали нормой. Сознательно черпали у Византии не только культуру, язык, литературу, науку, но черпали и вот это. Единственное, не дошли до падания ниц. Уж очень это не в российской традиции. А так, связи очень тесные. Пример. В окружении Ивана Грозного были придворные люди, которые прямо говорили: нам бы вот этот порядок, и тогда все будет у Руси замечательно. Тем более связи были тесные, и не только культурные. Например, русские наемники были блистательными воинами на службе у византийских императоров. Это все знали, что стоит им впасть в ярость, они непобедимы. И это связывало. И вот эта судьба двух таких разных стран. Византия идет на закат, потому что возродить Римскую империю невозможно. России, русские земли, идут на подъем, потому что удалось сплотить довольно большое, серьезное ядро и использовать в том числе и Византию. И вот столь противоположные тенденции в их развитии, тем не менее, их сближали. И вот этот миф о порядке, его полностью связали со Сталином. Тем более он так ловко приладился к Великой Победе в Великой Отечественной войне. Знаменитые водители грузовиков, которые на ветровом стекле любили и, думаю, любят держать сталинскую фотографию, этот сухорукий, мелкий человек сумел занять такое место в нашей истории. История полна парадоксов. Российская не является исключением. И вот этот парадокс,
Две противоположные тенденции. Одна на подъем, другая на закат. Тем не менее, обогащая друг друга, вступив в какие-то связи, они подкрепляют миф о порядке. Уверена, что мифология порядка играет решительную роль в том, что образ Сталина не уходит. Дело в том, что беспорядки видны очень ярко. О них, не скрывая, президент говорит вовсю. То губернаторов меняет всех подряд, то здесь еще кто-то проворовался. Беспорядки видны, они очевидны. Добрый день. Но не по силам нынешней власти их преодолеть. И вот миф, мечта, что сталинскими методами сумели бы. Конечно, это развращает людей. Это губит души. Если люди, какая-то часть населения, конечно, не интеллигенция, но какая-то заметная часть населения, готова принять репрессии как норму, это трагедия. Это наша очередная неоптимистическая трагедия. Принять репрессии ради порядка, поддержать их аморально, но политика и мораль никогда не совмещались и не совмещаются. Вот так и живем в клещах мифологии, тяготения к порядку, в противоположных тенденциях исторических. И с этим, пожалуй, ничего поделать нельзя. Так и будет складываться наше бытие, так оно и складывается. Мы вынуждены жить в этой трагической мифологии. Что нам остается? Порядка нет. Миф, порядок был. И не так далеко. И не так мы далеко от него уехали. И водители грузовиков держат портреты. И у Кремлевской стены захоронены те, кто недостойны этого в сущности. Так и живем, так и будем жить в этой мифологии. Доколе никто не знает. Прогнозы в истории — дело десятое и безнадежное. Вынуждены жить в этих парадигмах. Что поделаешь? Например, изучать историю. Чем больше, тем лучше. Историю надо изучать везде. А она такая примитивная в школьных курсах. Такая упрощенная. То ли не понимают, то ли высшие темные силы очень даже понимают. Давайте дадим самое примитивное толкование великой истории. А она великая. Страна великая. Огромная. Географически. Расположенная потрясающе. Между Востоком с большой буквы и Западом с большой буквы, впитывающие в себя всевозможные тенденции, с великой историей, великими победами в прошлом над Наполеоном, над Гитлером. Это же действительное величие. Его не надо измышлять. Оно есть. Но его используют высшие темные силы. Я не мистик, но какая-то атмосфера, способствующая темному началу, она существует. Это все темное, мрачное, подлое, что есть в каждой человеческой натуре. Кроме святых, а это сложные люди тоже, кроме святых, в каждом человеке есть темное начало. От природы, биологической природы. И когда на него, для него создают условия, оно развивается, пышным цветом цветет. Мы как-то сейчас немножко упрощенно подходим к этому вопросу о высших темных силах, да, называя высшими темными силами, ну или агентами высших темных сил, тоже федеральное телевидение, допустим, и так далее. Но вот роль телевидения действительно ли настолько высока? Мрачная роль. Оно рассчитано на самое примитивное сознание, по преимуществу абсолютно, на самое примитивное, простое восприятие. Еще лучше других сентиментальные какие-нибудь сериалы. Там что-нибудь такой хиппи-энд в конце приделают. И то спасибо. А когда сплошная стрельба, пальба, горы трупов, ну чего мы хотим от человеческой натуры, которая слаба перед соблазном темного деяния,
поддается человек. Виноват ли он? Нет. Природа, мне кажется. Есть часть общества, это люди культурных профессий самых разных, которые не хотят быть идиотами. Активно не хотят. Их упрощают, опрощают, а они не поддаются. И вот они идут после работы, усталые, идут слушать лекцию. Не в цирк, не на танцульки. И это неистребимо. Пока жив человек, будет жить и эта часть общества. И это счастье. Я осознаю это как счастье. Умные глаза, относительно эрудиции достаточные для того, чтобы они меня услышали. У нас на лекции с ними просто благолепие. Я получаю удовольствие и вижу, что они тоже. И расстаемся очень дружественно. Что-то произошло, какое-то обновление поколения. У них так много информации. Им доступны самые разнообразные формы информации, и они этим пользуются. Они не хотят быть приматами. И это радует. И аспиранты такие же, замечательные, пишут интересные работы, работают в архиве с наслаждением. Ведь архив – это вроде бы скучно, а они получают там наслаждение. Так что не безнадежно человечество. Люди разные, но общество не стало однородным. Сталин хотел, чтобы общество было однородным, чтобы все маршировали по Красной площади и кричали «Ура!». Даже у него не получилось. Общество неоднородно, будет неоднородным. Части этого общества учатся друг у друга, вступают в дискуссии, а это и есть жизнь. Это и есть живая, нормальная жизнь. Движение истории возвратно-поступательное. Это не взлет ракеты прямо к звездам «Эксцельсиор». Нет, это возвратно-поступательное движение. Элемент движения назад всегда есть. Но при этом гусеницы перебирают почву и двигают человечество вперед. Неистребимый оптимизм – счастье некоторых особей. Я принадлежу именно к таким. Ну, то есть это не особая судьба России? Нет. Ее самость, ее особость в ее огромной территории и в ее положении между Востоком и Западом. Вот это особость. Слишком богатые территории, слишком много полезных ископаемых. Соседи не могут жить спокойно, нервничают, почему у них так много всего. Вот это ее особенность. Нефть эта злосчастная. Все ей досталось. И соседи жадно точат зубы. Но в остальном она часть мировой истории. И повторяет и лучшее, и худшее. Ну и в конце сегодняшнего выпуска давайте коротко вернемся к главной теме этого дня, второму за неделю случаю нападения в России на школы. Около 3700 человек просят присвоить звание Героя России учительницы школы в Перми, которая, рискуя собственной жизнью, защищала детей учеников 4 Б. класса. Ну а уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова тоже буквально несколько минут назад коротко прокомментировала случившееся уже в Бурятии и призвала все-таки не превращать школы в России в бункеры и не переусердствовать с запретами на интернет. Я на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Ринат Дулетгильдеев. Увидимся в эфире «Настоящего времени».